Всем привет, дорогие зрители! Много дел, не успеваю делать съемки. Сегодня вроде бы нашел время. Нашел трехкомнатную квартиру в районе Махмутла, расстояние от этого места до моря 340 метров максимум. Проекту почти год, скажем. Переехали жить почти год, а так 3-4 года. Здесь у нас открытый бассейн. В этой стороне детский бассейн. У меня здесь была продажа на втором этаже. Сейчас квартира продается на 11 этаже. Дорогие зрители, очень красивый вид оттуда. Сейчас поднимемся, вместе увидим. Я сам не видел, мне так сказали. Посмотрим, что сказали. Здесь у нас санузлы. Вот такие санузлы. Ухоженный сад. Есть сауна там внутри. Здесь лобби. Айдат 170 лев на данный момент. В следующем году не знаю, сколько он будет. Вот здесь такая сауна. В данный момент не работает. Запустят. Все, вроде здесь тоже санузлы. Так. Два лифта. Один работает, другой пока что отключен. Вместимый человек. Поднимаемся на 11 этаж. 13 этаж на проект. Так, значит, дорогие зрители, здесь у нас лестничная площадка с двух сторон. Вот так же здесь. На этаже у нас три квартиры. Вот. Входим в квартиру. Вот такая прихожая. Никто в квартире не жил. После ремонта. Так. Прихожая здесь просторная, не маленькая. Теплые полы в санузлах. Вот такой санузел. Здесь спальня, как минимум 10 квадратных метров. Балкон. Да, вид на горы. На античный город Наула. Вот. Вид красивый. Здешняя сторона у нас, так, восточная. Север эта сторона, восток эта сторона. Так, здесь у нас еще одна спальня, это хозяйская. Тут как минимум 12 квадратных метров. Санузел, два санузла. Но требуется легкий ремонт. И здесь у нас просторный балкон с видом на море, на закат. Вот как поймал. Вовремя пришел. Видите, дорогие зрители, аж закат посередине. Красота. Ляпота. Так. Как красиво. Глазами не могу сказать, потому что закат я вижу потрясающий. Эта сторона, так, это юг, это запад. Юго-запад и запад-север, вот так. Балкон просторный, можете застеклить, будет еще одна комнатка. Сейчас гостиную снимем вам. Вот гостиная комната, тоже не маленькая. Как минимум здесь есть 20 квадратных метров жилой площади. Общая квартира с балконами, скажем, 80 квадратных метров. А так, брутто, здесь 110 квадратных метров со стенами вместе. Вот опять покажу вам закат. И подведем итог.
Дорогие зрители, стойте, еще я вид отсюда покажу. Так. Вид из гостиной на античный город Наула. Эта дверь у вас не закроется никогда. Вид на горы. Также с этого окошка покажу вид на горы, на соседнее здание. А теперь заново подведем итог. Дорогие зрители, 2 плюс 1, 11 этажом, как 12 этаж. А это 170 лир, цена этой квартиры 74 тысячи евро. Нужно обставить, обойдется как минимум 3 тысячи евро вам, 3-5 тысяч между ними. Все, расстояние до моря 340-350 метров максимум. Рядом есть вся инфраструктура для жизни ресторана, маркета и тому подобное. Район Махмутлар. Все, с вами была Гасси из Солнечной Лани. Всем желаю радости, добра, благополучия, цветов побольше женщинам дарите. Всем пока.